В Магадане продолжается день дублера. Студенты высших и средних учебных заведений смогут попробовать себя в роли мэра Магадана и его заместителя. Проходит день дублера в несколько этапов. По словам организаторов, это мероприятие поможет молодым людям понять, чем занимается муниципалитет. Ирина Мурзабаева участвовала в дне дублера в 2009 году. Девушка училась в Северо-Восточном государственном университете по специальности гос- и муниципальное управление, поэтому решила попробовать себя вне дублера. Мы попали вовнутрь, мы поняли, как там все работает, чем люди занимаются, какие структуры вообще есть и как весь этот процесс происходит. Нас познакомили прям лично со многими руководителями органов местного самоуправления, мэрии. И это было очень интересно. Это нас погрузило, во-первых, в эту всю сферу. Во-вторых, мы более... У нас такой был активный состав. Мы поняли, что значит, да, сидеть на этих местах. То есть у нас была возможность заменить на один день любого из руководителей органов местного самоуправления. Опыт был, несомненно, очень полезный. Ирина Мурзабаева на дне дублера заменяла руководителя отдела кадров мэрии Магадана. Рассказывает, что опыт ей пригодился. После окончания вуза девушка работала в правительстве Магаданской области. По словам Ирины, поучаствовать в дне дублера нужно каждому инициативному студенту, особенно тем, кто хочет познакомиться с работой органов местного самоуправления.